Привет! Сегодня мы расскажем, как легко и быстро приготовить мясной хлеб. Ставим на огонь сковороду и мелко нарубим 200 граммов лука-шалот. В раскаленную сковороду наливаем 50 миллилитров растительного масла и отправляем в нее лук. Далее измельчаем 2 зубчика чеснока и отправляем к луку. 500 граммов куриного фарша, соли мы добавляем к нему поджаренный лук. Все хорошо размешиваем. Добавляем 250 граммов манной крупы, вымешиваем и вбиваем 2 яйца. Нарезаем 100 граммов черных оливок, отправляем в миску с фаршем и перемешиваем. Перекладываем фарш в форму для хлеба. Нарезаем 200 граммов бекона слайсами. Выкладываем в форму и посыпаем смесью перцев. Отправляем в духовой шкаф на 40 минут. Используем нижние и верхние тены при температуре 180 градусов. Мясной хлеб готов. Приятного аппетита!